ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы их когда-нибудь еще увидим. Ваше задание в Шанхае, сержант Трекер. Расскажите о нем. Номер части? Какое у вас было задание в Шанхае? Кимбл Грейвс. Сержант! Оставь его в покое, ублюдок! А ты заставь меня, сержант! Рекер! Рекер, не отключайся! Держись, Рекер! Я оторву тебе руки, найду эту сучку Хану и отхерачу ее так, что мало не покажется. И ее сраного мужа тоже. Ее мужа? Какого еще мужа? Ты что, бредишь? Вы думаете, я такой тупой? Тот мужик в пинтах, я все знаю. Значит, он все еще жив. Ваш корабль называется «Валькирия», так? Что? О чем вы, ваша мать? Вы понятия не имеете, кого привезли из Шанхая. Потом еще все! Любовьте. Драка! Держись, драка! Рекер, Рекер, они говорят, тебя так зовут. Ты что-то знаешь о Цзиньцзе? Я слышу, как они говорят о тебе и о Цзиньцзе. Говорят, ты что-то знаешь. Эй, сержант, очнись. Ты же американец, забыл? Думаешь, твоя страна станет тебе спасать? Нет, ты сгниешь здесь. Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек может сделать не так много. Давай, сержант! Вся цепь не крепче своего слабого звена. Ты сильный, и тебе хватит сноровки выбраться из этого сраного места. Я тебе доверяю. Ты меня понял? Разве что тебе хочется вдыхать эту вонь последние часы своей жизни. Если ты пережил ядерный взрыв, как я, или сражаешься за свободу, как ты говоришь, от смерти не пристало. Что за той стеной? Снова тюрьма или свобода? Что, неинтересно? За мной! Черт! Смотри, куда руки ставишь. Лезь, давай. В сторону. Нужно прыгать. Давай, морпех, перепрыгивай на трубы. Ah!
Нужно двигаться! Хорошо. Будем держаться вместе. Выживем. А теперь осторожно. Получишь пулю, я помочь не смогу. От мертвого морпеха пользы никакой. Давай, сержант! Хорошо снова иметь цель. Делать то, что делаешь лучше всего. Твое появление просто подарок. Суматоха. Поднялась нешелушная. В центральной вышке есть система блокировки механических замков. Мы откроем в этом чертовом месте все помещения. А теперь осторожно. Сними охранника. Только тихо. Прикрою. Иди наверх и разблокируй замок. Не лезь в лучи прожекторов. Не высовывайся. Где Бак? Черта с два я его оставлю. Давай, идем со мной. Вперед! Где Бак? Куда они его дели? Ты о чем вообще?
Впереди лифт. Это единственный выход. Без Пака мы не уйдем. Слушай, я здесь помирать не намерен. Либо ты со мной, либо остаешься. Черт! Трекер, бежим! Зачистим сектор! Когда-то я спускался по этой шахте. Это твой товарищ по оружию? Он нормальный? Где мы? В Сингапуре, да? Хорошая шутка. Твой друг шутит. Я ирландец. Ты Рекер. Пак. Пак. Вот черт, точно. Так вы не знаете, что там наверху? Сосом. Понятия не имеете, да? Скоро все узнаете. Пусть идут первыми. Нарвутся на пули. Мы должны идти за ним. Хотя не нравится. Thank you.
Теперь что? А теперь пульт управления. Пульт управления? И где его, бля, искать? Рядом с воротами. Спокойно, американец, я все поправлю. Давайте, давайте, пошли. Заходите. Где же это? Так, хорошо. Это хорошо. Надеюсь, все, блядь, получится. Я прокручивал этот день у себя в голове уже очень-очень давно. Я чувствую себя разбитым. Что он, бля, говорит? Вертолеты! Мне нужно время, чтобы открыть ворота. Рэк, очнись! Вертолеты! Они скоро будут здесь. Готовьтесь! Переклаймер! Атакуют с крыши! Ну же, Рэк, вот это уже совсем охренеть! Включайте комнату управления! Чисто! Все лежат! Блин, едва пронесло! Ты как, Рэк? Пошли! Ладно, русский! Давай, открывай ворота. Да, 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 сейчас все сделаю. Сработало. Они открываются. Это что еще за херня? Заело. И так хватит. Чего? Сможем подлезть. Порядок. Да, сойдет. Рэк, ты первый? Ну и те меньше тут. Ну что, будешь пролезать? Я... Сука! Ты хочешь убить ту женщину, которая нас только что спасла? Успокойся! Черта с два! Ты нас сдала! Дай мне объяснить! Нахер все! Ты предательница! Ты работаешь на Чана! Нет! Если я кого и предала, то только Чана! Он хотел убить Дзинзе, а я должна была его защитить! Ну и что с того? Он все равно, блядь, мертв! Нет! Ничего замолчите, подобного! Замолчите, детки! Вы же не хотите здесь подохнуть! Пойдемте! Хватайте оружие! Ругаться будем потом. Поверить не могу во всю эту хероту. Пора выбираться отсюда. Сержант, помоги мне с воротами. Рэкер, вот, возьми. Бинокль все еще у тебя? Господи, какой мороз. Где мы, мать ваша?
Смотрите-ка! Свобода! Хорошее место для тюрьмы. Патруль, впереди у башни. Снег послужит хорошим прикрытием. Пригнитесь, бежим! Нет. От укрытия к укрытию. Валите их! Эй, сержант! Я нашел взрывчатку! Вертолеты над грядой! Thank you.
Давай, старик. Убираемся отсюда. Тут металл тонкий. Мы как селедки в почке. Есть идея получше, ирландец. И говорила, что Дзиндзе не погиб. Чан пробовал его убить, но не вышло. Теперь он на борту Валькирии. Твой так называемый муж, что ли? Да, это был план ЦРУ. Если Чан узнает, где он, будущее Китая будет под угрозой. Да пропади этот Китай. Под угрозой будут все на борту нашего корабля. С этим мы ничего не поделаем, друг мой. Ты кто, блядь, такой? Это что, блядь, за чувак? Черт. Это тоже часть гребаного плана? Вертолет! Летит сюда! Я выживу. Русский чувак погиб. По крайней мере, он умер свободным. Подъем. Нам предстоит долгий путь.